Настя, как, во-первых, я считаю, что это и мы, педагоги, это большая заслуга родителей, большая. И, наверное, будет традиция, если и Настины родители расскажут, как росли не только Настя, но и Антон Шиполин, это одна семья. Это действительно приводит их в нашу гимназию уже не первый раз, когда они уже стали олимпийскими чемпионами. И они вот такие простые, доступные, верные выпускники наши, мы ими очень гордимся. Ну, в школе это прежде всего учились хорошо. Конечно, не отличники, но идеально. При занятости спортом достаточно большой. Причем очень большая скромность, очень большое уважение к одноклассникам. Ну, им и посчастливилось, потому что в классы, в которых они учились, это были и умные, и воспитанные дети, которые, ну вот, до сих пор любят школу. Среди них многие медалисты. Но здесь, конечно, надо было выбор делать, либо медали за учебу, хотя могли бы быть, если бы в этом направлении поставить цели. Но я думаю, здесь олимпийские гораздо важнее. Поэтому, ну, учеба, по моему мнению, это тоже отличные результаты. И мы очень гордимся и даже счастливы тем, что вот уже, можно сказать, закончив свою трудовую деятельность, они помнят нас, они встречаются с нами, они приходят сюда, что это настоящие люди, это настоящие патриоты нашей России, нашего города. Поэтому мы просто счастливы, что они у нас есть.